Ну вот какая мысль мне портит наслаждение природой. Это мысль о том, что Земля круглая. Что бескрайняя даль, уходящая в горизонт и так далее. Сам горизонт, это все иллюзия. То есть это никакая не бесконечность, а всего лишь следствие того, что Земля круглая. Но это не столь важно. Увидите, просто он такой, как бархатная стена такая стоит. Видите? Вот просто воистину, вот стена леса. Кстати, здесь лес такой, не маленький. Там вот у нас город Чехов. Вон, глядите. Вон его зубы. Это вагончик с нечистой силой. В общем, тут абсолютно незаконно построенный поселок. Но теперь он уже есть, и, как говорится, люди живут. Но попорчен был вот этот березовый лес, абсолютно такой пушистый был. Просто он переходящий, особенно когда была серая облачность такая, дождевая, и туманец, он как будто просто, вот эти березки, они прямо переходили вот в этот серый туманец, серые облака. И очень такое правильное такое закругление было. Ну, в общем, этот вагончик, который я только что показал, он со времен строительства этого поселка. А этому поселку, наверное, лет 5, наверное, будет. О, давайте посмотрим, что это за столбик. Хотя бы даже посмотрим. Так, ну давай. Как говорится, спаси Бог от клеща. Но интересно посмотреть, что написано на столбике. Вообще в Сосновой Роще такие столбики были как обозначение кварталов леса. А это, видимо, какой-то производственный остался столбик. Тут он стоит. Никто его не трогал, кроме меня, я думаю, уже много лет. Но не факт. О, видите, как опять вечерний рассвет у нас.